Мы с вами находимся на Восточном мосту в городе Твери. Данный мост был построен в начале 80-х годов и соединил Затверецкую часть Заволжского района с центральным и частью Московского района города Твери. В дореволюционной России данное место называлось Затверецкий посад. Здесь жили люди, работавшие на соседнем мелькомбинате, а также на стеклозаводе. В 90-е годы здесь началось активное жилищное строительство. В 2000-е годы в Затверечье были построены такие таунхаусы, как Затверецкий квартал и другие. Расположены они в основном на месте бывших пустырей. Однако микрорайон Затверечья расширяется, а тем не менее место для досуга жителей и для отдыха не организовано. И данный пустырь тому пример. Здесь, как многие считают, можно было бы организовать парк или другое иное место отдыха. С 2016 года местные энтузиасты посадили на этом месте около 2000 саженцев дубов. Здесь, как они планируют, будет дубовая роща или аллея, вокруг которой можно было бы организовать место для отдыха. Также на данном месте, недалеко от посадки дубов, мы можем увидеть небольшую церковь. Построена она здесь в честь архиепископа Тверского Фаддея. Мы спросили у местных жителей, нужен ли в Затверечье парк. Там отдыхать там. Чтобы дети, как бы дети там отдыхали. Взрослые. У нас Затверечье, да, микрорайон частного сектора, не имеющий тротуаров. И приходится вот вдоль дорог бегать. Как вы думаете, есть ли решение у данной проблемы? Ну, возможно, может быть, где-то организовать парковую зону, и там для людей, которые желают погулять, возможно, используют для пробежек это место облагороженное, было бы неплохо. Да, я бы хотел, чтобы был парк в Затверечье, потому что тут очень много места, где можно заниматься спортом и выгуливать животных. Мы видим пойму реки Волги, поросшую борщевиком сосновского, вредным совершенно растением. При этом всем печально видеть, как в долине реки Тьмаки, например, организован ландшафтный парк. А как же Тверца, как же долина реки Волги и примыкающие к ней Тверцы? Почему здесь нету парка, нету облагороженных дорожек? Неплохо будет, если этот парк будет на какую-то литературную тему. Мы обращаемся к властям нашего города с инициативой о создании парка в Затверечье на данном пустыре.